То, что у нас в обществе есть как будто какой-то портал, из средневековья люди выходят, им дают нашу одежду, и они такие, ходят. И их много, их оказывается много. И вот этот мужик, который собаку душил дверцей холодильника, видели? Собаку в Атырау душил мужик, там собака по кличке Лаки, но она тогда не была Лаки, он ее душил. И она это потом все, Лаки достала. Да, это все засняли, но потом ее спасли, эту собаку, ее забрали американцы. Она там где-то, сейчас даже можете в Инстаграме посмотреть, она бегает по берегу океана, и у нее все хорошо. А он, блядь, с нами живет, он с нами остался, он с нами, вот в нашем обществе, возможно, он в зале сейчас сидит, этот долбоеб. И мне кажется, здесь самое обидное, это то, что, возможно, самое обидное было его жене. Она такая, погодите, а, блядь, меня он тоже мучил, блядь, где моя грин-карта? Я тоже хочу бегать в Америке на берегу океана. Просто я каждый раз, когда смотрю эти новости, я прям сильно злюсь. Я ловлю себя на мысли, что я хочу уехать из этой страны. А потом думаю, а почему я должен? Почему мы с вами должны так хотеть уехать? Почему бы им нахуй не съебать? Реально, просто почему бы не взять... Почему бы не взять и всех этих долбоебов не куда-нибудь, знаете, в Сомали, блядь, чтобы они там с пиратами, эщи нам, эщи нам. Уверен, эти...